Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, я решил перед откатом сыграть все-таки еще партийку. А почему? Потому что нас скинули до Лиги Мастеров. Как ты видишь, две звезды и ранг 11. Меня лично это не устраивает вообще никак. Я не собираюсь здесь присмыкаться, и поэтому я хочу, конечно же, рвануть. В топчик, конечно, я не попаду, это 100%, но, извини меня, и в Лиге Мастеров две звезды я оставаться тоже не намерен. Так, ну что, погнали. Мои маленькие маузеры, на. Хорош. Так, Лео, давай добивай их всех. Откатов, правда, у нас нету, но, насколько я помню, можно посмотреть рекламу. А реклама — это потенциально 5 поединков. Ну что, мы же вернулись уже, да? Шикарно. Но это еще не конец, это еще только начало, друзья мои. Самое-самое начало. Если я возьму так и вот так, а к ним приплюсую вот этих ребятулек. Естественно, Рафаэля сразу же ставим в провокацию, и он будет контрить. Контратаку делать любому, кто на него покусится. А на него покусятся все, кто будет ходить, потому что Рафаэль будет жестким провокатором. Да ладно, Карайка ходит. Карайка ходит быстрее, чем Рафаэль. Ничего себе у нее инициатива. Но в принципе, что у Карайки, когда она обычная, да, в телесной форме, что когда она в форме змеи. Так, ну-ка, надеюсь, контратаки не будет? Нет. Сплинтер завалил. И ракетами добиваем остальных. В плане, ты че, Крис? Фига себе. Устоял против атаки железноголового. Нормально. Ну что, какое место? 91-е. Ладушки. А мы продолжаем. Вот смотри, здесь вот есть риск, потому что Макман, ладно, Бакстер будет ходить первым, предположим. Но вот Макман, или я путаю, или Макман у нас ходит первым. У кого там из них инициатива-то круче? У Карайки. Так, иммунитет вешает. Блин, вот это плохо. Вот это плохо, что он... А, мы сбиваем, точно. Макман же сбивает все иммунки, которые вешаются. Вот, вот в этом смысле слова, ребята, Макман просто топчик. То есть они там забафались, предположим, да? Он берет и все сдувает с них. И они остаются голенькими. А там уже их просто разбирай как хочешь. Замечательно. Ну что, давай тогда двигаться дальше. И возьму я, наверное, вот эту команду. Возьмем Донни, Зека. Ну и, наверное, Слэша. И раз, два. Вот так вот. Ну, кто у нас тут по инициативе? Ну, естественно, Зек будет ходить первым. Вот насчет Слэша я что-то не уверен. Так, ладно, посмотрим. По-моему... Так, слушай, ты успокойся со своими танцульками-то. Жага-драга. На, да ну! Валите муху. Блин, муху, говорю, валите. Сейчас был бы прикол, всех завалили, муха осталась такая одна. Еще и хильнула себя. Нет, конечно же нет. Не позволим мы это мухе. Так, 72-я позиция. Ну что же, давай тогда... Вот, неплохая вроде команда. Я возьму здесь Армагона и... Да слушай, отойди ты. И Ваню. Армагону и Ваню. И вот тут вот семидесятнички. У них 79-й уровень. То есть они на максималке стоят уже все. Давай, естественно, суператаку. Никакие ракеты нам тут не нужны. Так, один упал. Паукус, пробьешь хоть одного? Троих. Ай, красавцы вы мои. Молодцы, все у вас хорошо получается. Просто разрулили ситуацию. Так, ну вот это вот не надо, это сейчас будет опять. А нет, прогрузилось. 63-е. Слушай, до полтинничка бы добраться, уже было бы хорошо. Уже было бы даже очень хорошо. Так, я беру здесь Крэнга, и я возьму, наверное... Давай Кожеголову тогда возьмем. Поехали. Ну, Крис Брэдфорд и остальные здесь просто так взяты для веса. Основа, само собой, это Крэнг и Кожеголовый.
Так, для начала им луч пропишем. Кстати, двое тут должны, по-моему, упасть, мне кажется. Сразу же. Вот эти. Вот эти вот, смотри, у них странно как-то немножко здесь получается. У них была повышенная атака от Кренга, но упал почему-то тот, у кого был вообще нейтральный статус. Я и рассчитывал, что эти двое от Кренга упадут, но ничего подобного. Этого просто не произошло. Так, 53-е уже место у нас. Остается кто у нас? Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас пойдем за откатами, наверное. Я так понимаю. А, у нас же ежедневные задания. Там тоже 5 откатов получаешь. Точно, я и забыл совсем. Так, Рафаэльчик звезданул. На всякий случай поставим уклонение, чтобы не пробили, мало ли что пойдет не так. Опа. Постепенный урон на всех, отлично. То есть даже сейчас не завалим они. Ну тут, конечно, завалит крысиный король, но в любом случае они упали. Так, и какое место у нас? 45-е. Слушай, пойдем-ка ежедневки, наверное, выполним. Откаты-то просто кончились. Окей, мы переходим на вторую заходку, друзья. Блин, тут надо какого-то хила взять. Может быть, Майки. Так, подожди, тогда. Да ёк-макарёк. Этих мы, наверное, пока трогать не будем. У них нормально со здоровьем. Возьму Леву. Так, и вот. Раз, два. Ну, в принципе, нормально. Поехали. Так, это у нас переход, да, получается? Во, хиляемся. Замечательно. Опять команда full HP. Ну-ка, добьешь? Добьет. Так, надо вот сюда вот пытаться. Опа, нормально так проникающим. Хвостом добьем. И остается здесь мелкий маузер. Не хватило ему, да? Переходим на вторую волну. И это у нас Шреддер, конечно же. Конечно же, кто здесь может быть еще? Давай, выползай. Деловой такой. Поехали, тройной укус для начала ему повесим. А постепенку могли бы, конечно, и дать. Ну-ка. Да ладно. Смотри, он себе броню, иммунку повесил. И он думает, что это ему поможет. А сколько он себе брони-то тут настакал? Две? Нормально так, две брони он себе влепил. Хм. На самом-то деле он, такого нету. Он только одну броню может повесить. Ну, по крайней мере, у меня мой такой Шреддер. А здесь сразу же две. Хорошо. Так, ну что, мы, ребят, на второй круг уже потом будем заходить. Так, здесь забираем награды. Пойдем теперь искать. У нас, кстати, очень мало откатов, если честно. Так, где у меня этот Рафаэль? Вот он. Ну, давай смотреть. Так, нам нужно 10 номеров найти. Один есть. Второй. Третий. Так, три номера нашли. 4. 5. 6. 7. Так, еще 3 получается. 8. 9 и последний. 10. Так, ребятушки, прокачиваем здесь птицеморф до 5-й ступени. Забираем здесь награды. И нам нужно поднять уровень персонажа. Но поднять уровень персонажа нам придется какого-нибудь малыша. Вот, например, Эйприл Кунэйчи. 57-й уровень. Так. Итак, ну что, еще 5 откатов мы получили, поэтому продолжаем наши поединки. У нас 45-й ранг, как ты видел. Откат идет на маузеров плюс Леонардо. Раз, два, три.
Можно, конечно, глянуть еще рекламу. Я не знаю, доступна сейчас она нам или нет. Но 10 откатов было бы, наверное, неплохо получить. Бонзай, на! Фига он лупанул. Да, Маузер порой удивляет. Просто с плюхи центральную троечку вынес. Да, молодец. Так, ну что, сороковка, наверное, будет, да? Даже 33-я. Нифига себе, 11 ступенек пролетели. Это что-то, что-то с чем-то, ребят. Так, давай-ка попробуем еще раз такую комбинацию. Раз, два, три. Я имею в виду комбинацию Маузера и Леонардо. Поехали. Бабах. Но тут только пит упал. Ну, в принципе, этого достаточно. Пит упал, хила не будет. Лео добьет. Вот как-то так это все работает. А шинигами даже воспользоваться не успела. Своими ударами. Так, 24 место. Блин, ребята, у нас один откат. Придется мне, наверное, все-таки идти в магазин. Смотреть. Да, доступно. Так что буду смотреть. Так, ну что, друзья мои, все рекламки посмотрел. Получил свои 10 откатов. Поэтому продолжаем наши поединки. Так, выбираем Армагона, наверное, возьму Маузеров. Тут остался, кстати, шиш да не шиша поиграть-то. Потому что 24-я позиция у нас. Ну сколько еще? Ну 3 максимум поединка, 3. Может быть, даже за 2 уложимся. Ну, все зависит от того, сколько нам будут давать кубков. Так, здесь нормуль. Ракетами добьем же? Конечно. Конечно же, мы ракетами добьем. Сейчас с 24-й, я думаю, где-то мы прилетим на 15-ю, наверное. Ага, 16-я. Ну, да, тогда 3 поединка получается. Давай опять же возьму Маузера. Что-то я к этим Маузерам прикипел просто. И давай возьму Кожеголового здесь. На добивку это будет самое то. Ага. Погнали. Да ладно, здесь никто не упал. Ты посмотри-ка, а. Все выжили. Эй! Чего? Чего? Что это такое сейчас было? Я не понял, ребята. Эти мелкие два засранца сходили первыми. Ну ладно, Майки, с какого перепуга Леонардо пошел, блин? Офигеть, они мне, конечно, подзапороли сейчас здесь. Ха. Вот чего-чего я не ожидал, так это именно вот это. Вот это взял я, называется, Кожеголового. Молодец. Изменил, как говорится, своим традициям и получил звездюлей. Нормально. Уж я просто не ожидал. Ну ладно, Майки еще. Ну Лео-то с какого припуга сходил? Я так и не понял. Я не помню, чтобы вообще Леонардо отличался инициативой. А тут сходил, завалил еще главное, а? Засранцы сговорились. По сговору, короче, сделали они. Все, друзья мои. Все, первое место я заработал. Так, мутагена у нас мало, поэтому я никого не смогу прокачать. В общем, эту серию я делал для того, чтобы вы убедились, что мы всегда начинаем с топчика. Да, друзья мои, так что через 2 часа, я думаю, увидимся. Если я, конечно, это все дело не просплю. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.